32 тысячи контрафактных аксессуаров для смартфонов задержали на самарской таможне. Завести подделки пытались из Казахстана. Вся продукция маркирована товарным знаком компании Samsung. Правда, по документам никакого отношения к известному бренду не имеет. Зарядники, наушники, аккумуляторы, сетевые адаптеры, коробки и чехлы для телефонов предназначались для продажи в московских торговых центрах, но были задержаны на полпути бдительными инспекторами и изъяты. Отделом товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений самарской таможни были направлены запросы московскому представительству компании Samsung Electronics о возможном нарушении прав интеллектуальной собственности. Из ответа правообладателя следовало, что указанная продукция обладает признаками контрафактности, не произведена официальными заводами-изготовителями и наносит крупный ущерб правообладателю.